Всем привет, друзья! Сегодня я в Крутицах, Крутицкое подворье, в гостях у Музея ратной истории. Сегодня здесь был второй день съемок короткометражки по Семнахиму. Семнаха. Тишина! Начали. И охота вам. Дисциплина прежде всего. Смутное время, призрак свободы, на коне, гроб по колено, словно в каком-то дивном сне, чешутся люд, бьют старых ботов, молятся люд, ждут праведных слов, небе комета, близким несчастье, верный знак, воины света, павших сжигают на костра. Я за поляков, вот такие дела, вот. Ну как всегда, типа за Европку. Вот, сегодня здесь друзья еще из Терции. Я постараюсь немножко поснимать, потому что некогда особо снимать. Но поснимаю и что-нибудь покажу вам, как проходят съемки короткометражки. Здесь прям снимают профессиональные киношники. Все очень красиво и как надо. Вот. И очень интересно. Живы, кто-то спасется, кто-то нет, диким порывом в крепости нашей гасит свет, сорванный флаг, знак сдачи врагам, у нас не возьмешь, врешь, мы живы, пока смутное время, призрак свободы на коне, кровь по колено, словно в каком-то диком сне, тешится люд, бьют старые. Сегодня мы здесь вот снимались почти, наверное, часов 5. Где-то с 12 мы начали и до где-то 4:30, наверное, до 5. Точно не знаю, но, в общем, было интересно. Очень круто было посмотреть на работу киношников, поучаствовать в этом всем. Может быть, где-нибудь в короткометражке вы увидите мою руку, ногу, спину, может, даже лицо. Но это если совсем будет хорошая удача. Вот, и снял некоторые кадры, сейчас можно показать чуть-чуть. Вот. Было очень круто, кстати, посмотреть на игру профессиональных актеров. И с интересом очень жду саму короткометражку. Ну, а тут вот, наверное, появляется где-то нарезочка. Вот, в общем, такой вот сегодня у меня исторический реконструкторский день в формате съемок в кино. Вы хотите нарушить приказ? Ганс, мы что, злодеи?